Номер
19 Екатерина Михасева, город Минск, 28 лет. Высшее образование по специальности менеджер-экономист. Замужем, воспитывает сына, считает, что всегда нужно самосовершенствоваться и развиваться. Номер 20. Бортич Олеся, город Минск. 41 год, замужем, двое детей. Директор и учредительского агентства «Диалконсалт». По образованию юрист. Участница балов Большого театра Республики Беларусь. Номер 21. Ольга Завадская, город Мозырь. 37 лет, имеет два высших образования, окончила школу актерского мастерства, ведет активный образ жизни, занимается спортом, стрейчингом, увлекается разработкой дизайна одежды, пишет стихи и прозу. Собственница дизайн-студии мебели и туристического агентства. Номер 22. Марина Меньшакова, город Минск. Она всегда идет вперед, не оглядываясь в прошлое. Работа приносит ей не только стабильный доход, но и удовольствие. Она много путешествует, познает мир. Семья – ее главный оплот. Номер 23. Олеся Иванова. Город Минск. 35 лет. Главный бухгалтер, налоговый консультант. Жизненные ценности и увлечения. Семья, саморазвитие, фейс-фитнес, чтение литературы и путешествия. Любит во всех ее проявлениях, верит в добро и в то, что красота спасет мир. Номер 24. Яна Плетежова. Город Шлобин. 28 лет. Замужем, мама двоих замечательных детей. Занимается спортом, плаванием, построением хорошей фигуры и правильным питанием. Номер 25. Виктория Стахачева, 33 года, город Гомель. Жена и мама дочки Маргариты. IT-специалист и семья – самая большая заслуга и ценность жизни. Полна оптимизма и активности. Досуг, плавание, спорт, посещение культурных мероприятий, сезонное катание на электросамокате. Галина Попкович, 32 года, по образованию психолог. Директор и учредитель компании «Рейдер Шоп». Владелица собственной торговой марки. Номер 27. Надежда Новицкая, город Поставы. 32 года. Замужем, мама 10-летней Мелании и годовалой Дианы. Была по специальности инструктор-методист по адаптивной реабилитации. Начинает вести свой канал на тему «Лечебная гимнастика в домашних условиях в период пандемии». Номер 28. Екатерина Мартинчик, город Минск. Инженер-эколог в Минских кабельных сетях. И здесь же ведущая рубрики «Энергия красоты» о женщинах предприятия. Победительница конкурса «Леди кабельной сети 2020». Мама девочек, хозяйка двух собак прекрасной породы, шарик деревенский. Номер 29. Олеся Устюжанина, город Гомель. Имеет два образования – архитектура и психология. Творческая, открытая, веселая, эмоционально общительная, активная. Не любит сидеть на месте, любит творить что-то своими руками. Тортики, украшения, игрушки, многое другое. Активный отдых, природа, палатки, песни под гитару, костра, музыка, танцы, велосипедные прогулки. Мама двух шустрых и общительных девчонок 9 и 6 лет. Анжелика Капон, номер 30, город Полоцк. Мама двоих детей, бизнес-девелопмент-менеджер международной фармацевтической компании, партнер круизного клуба, фотомодель, блогер, инфлюенсер, владеет двумя иностранными языками, английским и испанским, увлекается дизайном, имеет опыт работы моделью в США, Японии, России и Беларуси, а также опыт участия в конкурсах красоты. Thank you.
Юлия Гурвин, 30 лет, две дочки. Джульяна Данилевич, 26 лет, сын 7 лет. Алена Пашкевич, 31 год, 2 дочки, 4 и 7 лет. Екатерина Пантелеева, 35 лет, близняшки, дочь и сын, 9 лет. Анна Лученко, 32 года, дочь 6 лет. Светлана Швед, 32 года, дочь 3 года. Вера Стешка, 35 лет, дочь, 7 лет. Екатерина Михасева, 28 лет, сын, 1,5 года. Елена Залесская, 36 лет, дочь 5 лет. Екатерина Мартинчик, 40 лет, дочь 5 лет. Устюжанина, 32 года, две дочери, 6 и 9 лет. Галина Бабкович, 32 года, сын и дочь, 6 и 8 лет.
праздник красоты и грации, так пусть каждой достанется.